И еще один праздник отметили в Мурманске в минувшие выходные. В Международный день семьи глава Мурманской области провела встречу «Семейные ценности». На чашку чая пришли 8 семейных пар, среди которых есть как и те, кто уже отметил жемчужную свадьбу, так и недавние молодожены. Ну а примером для многих современных пар могут стать многодетные родители. На встрече присутствовала семья, воспитывающая 7 ребят. Марина Кофну рассказала присутствующим о мерах социальной поддержки в области, в частности, о региональном материнском капитале. Его размер сейчас составляет 108 тысяч рублей. Также Марина Васильевна вручила почетные знаки «Материнская слава». Семья – это основа нашего общества, поскольку здоровая семья – это главная опора общества. В здоровой семье рождаются здоровые, не в смысле даже здоровья, а духовно здоровые дети, потом это граждане нашей страны, это те, на кого страна опирается.